Ему рукоплескали хоккейные болельщики всей планеты. Он дружит с президентом и по праву считается гордостью нации. Однако в общении прост и приветлив. Человек, долгие годы защищавший честь сначала сборной Советского Союза по хоккею, потом сборной России, сейчас стоит на страже интересов жителей Ленинского района. Мы с нашей съемочной группой сейчас идем на прием к легендарному спортсмену, члену партии «Единой России» Вячеславу Фетисову. Традиционно в такие дни в приемной людно. Жители идут со всего района. Проблемы у всех разные, начиная от неурядиц в жилищно-коммунальной сфере и заканчивая личными проблемами. Там стоял терминал в Сбербанке, в Сберкассе. Вот. Я пустил свои 5000, был чек мне дан. А потом через месяц приходит наше домоуправление и говорит: а вы не платили. А как не платили? Вот у меня чек. А это, говорит, не тот. Просим сети, вот хотим обратиться, чтобы нам дали подключение к центральным сетям канализации. Хотим расширить культурную зону деревни Жабкино. У нас там есть и спортивная, и детская, тренажерная площадка. Дальше хотим, чтобы продолжалась эта зона, чтобы строился парк. Я пришла с тем, чтобы добиться, получить удостоверение на могилу мужа. Всех этих людей объединяет одно – им нужна помощь. Для этого и открыты двери кабинета Вячеслава Фетисова. Официальное время приема с 11 до 13 часов. Однако длится он много дольше – до последнего человека. С каждым приемом все больше и больше, но хотелось бы, чтобы со временем их было все меньше и меньше. Впрочем, не все в этот день пришли сюда со своими печалями. Артем, узнав о том, что у нас в городе будет Вячеслав Фетисов, захотел с ним просто познакомиться. Потому что это очень легендарный человек, это спортсмен, у него очень много медалей. И это очень важно для меня, то, что у меня будет лежать его автограф. Знакомство состоялось. Артем получил не только автограф, но и шайбу легендарного защитника. Ну и, конечно, фото на память. А хоккей? Хоккей нормально тоже. Тоже умеешь? Зимой сыграю, может быть. Ну все, значит, приеду. Этот день оказался вдвойне удивительным. После Артема в дверном проеме показалась могучая фигура еще одного олимпийского чемпиона, но уже по гандболу. Евгений Чернышов специально приехал из Москвы, чтобы поддержать друга. Если на прием к депутату Фетисову едут даже из столицы, то жителям Ленинского района уж сам Бог велел. Встречи эти регулярны. О времени следующей можно узнать из газеты «Видновские вести» или позвонить в приемную. Я Кремев, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.